Всем привет, с вами канал Жизнь в Палаче. Выходные пошли у меня не по плану. Я все 2 дня была дома. Сегодня понедельник. Гуляю с Джо, она бегает. Вот. Но зато на сегодня планов много. Лежишь? Все в твоей власти. Ну что, все, я двинула к Покровскому парку. Сегодня это первый этап, прогулка в понедельник, отлично. Гулять народу везде мало. Я надеюсь, там не целая сирень, пока я до нее шла. Сейчас я по дороге захвачу Олечку, и мы двинем гулять. Погода, класс. Покровский парк перекопали. Там вон художники сидят. Мы думали, не будет никого, а там художники. Там тот загорает, мужик вроде. Оля вон ищет, там что-то ходит. Я думала, кувшинки расцвели. Она думала, кувшинки расцвели. А они не расцвели. Вон чайка сирень полетела. Кстати, отцвела сирень. В общем, жаль. Ой, какая красивая чайка. Вот он. Кто это говорит? А это дрозд? Дрозды. Маленькие. Вы слыхали, как поют дрозды? Вот. Маленький. Не, он правда маленький совсем еще. У него еще даже желторотик. Желторотик? Ну, клюв желтый. Нас сейчас заклюют птицы. Вон они там бегают. Они поют, у них тут брачные игры. Видимо, это у них любимое дерево. Здесь очень громко. И пух летит. Пух уже везде, и в носу, и в глазу. Ужас. Вон домик какой. Мы завидуем. Они, кстати, там что ремонтируют тоже, что ли? Там шум. С одной стороны, в этом доме хорошо, парк рядом. А с другой стороны, пьяные орут каждую ночь. Ну, в каждом минусе есть плюс. Пришли мы сирень смотреть, в общем. Как-то вот так вот. Печально. Она почти отцвела. Ну, мы шли долго на самом деле. Мы прудик чистят. А, и вот это тела одуванчиков. Мы идем, а тут вот могилки. Тут старое кладбище 1812 года. Это где-то французское. Да, написано не по-нашему. Ну, на французском языке. Но мы знали, что оно здесь есть, но чуть-чуть запутались где и пошли в сирень. А тут везде кресты. Как-то жутковато. Жутковато. Вот так я, извиняюсь, пописать вечером пойдешь. Можно обделаться. Можно и побольше. Вообще, мы, конечно, это богохульство. Вроде как. А хотя-то тут только остались надгробия тел здесь. Не должно быть. Может, и есть. Выкапывал их, кто нет, не знаю. Более-менее цветет сирень, если не считать вот этих вот крестов. Крестов, дети бегают, кресты. Замечательно. Почему их не убирают? Вопрос. Вертолет летит где-то. Вон он. Да, неоднозначное место. Там, кстати, надписи вот такие вот почти везде. Вот такие надписи. А на некоторых вот. А вот этот крест, он прям выглядит очень старым. Некоторые фактически новые видно, а некоторые очень старые. Она прикинулась голубем. Мы тебе не верим. Вон вторая. Это мальчик, вон девочка. Где? Ой, еще одна. Обалдеть. Идет хвостиком. Тик-тик-тик. Ага. Это она каштану видела. Вот мы лезем в горку. Каштану. Опять красивый каштан. Елочка вот такая классная. Продолжаем прогулку. Человек работает там вон, пожалуйста, да. Не отходя, как говорится, да. Пух
то ли от одуванчиков, то ли от тополя. Мне кажется, и тот, и другое, все смешалось. Ужас вообще, мне уже в глаз залетело. Теперь у меня глаз плачет, буду в очках. И они дальше летят, прям безобразно. Все, залезла? Сейчас. Тут перекрыли дорогу, вот эту. Но мы идем по тропинке. Потому что они перекрыли место такое хорошее. Тут сурепка растет. Нас не остановить, мы прям в какую-то гору. Ой, что-то тут так прям интереснее, чем по асфальту ходить. Там, наверное, эти офигевают. Ну и фиг с ними. Вот такая вот красотень. И крапива цветная. Мы сходили в магазин, надо же пообедать, купили шоколадку, мороженое, попить. Оля все работает. Одна я не работаю. Вот. Хорошая погода, прям хочется что-нибудь съесть. Да, желательно Сникерс в белом шоколаде и батончик Митя. Митя. Мы купили мороженое, называется Митя. А там еще была Даша. Но мы выбрали Митю. Вот. Мы пришли на лавочку к прудику. Покажу Митю. Вот Митя. И я давно хотела попробовать и купила себе Kew Gardens. Понедельник, день тяжелый. Вот как-то так. Ну, мы справляемся. Да? Вы да. Все работаете? Я все работаю. Ну так. А у меня Митя и Kew Gardens. Митя, кстати, имя красивое. Пробую мороженое Митя. Ничего так, Митяй. Мне-то кто-то даст что-нибудь. Я тебе дала. Слепая пизда. Сухомятку буду есть. Шоколадину мою. Шок-контент. Больше нечего. Ой, мой маленький какой. Какой масюсечка. На, не бойся. Ой, какой маленький. Ой, какой симпатичный. Страшненький такой. Такой какой-то пушистый, да, весь? Ага. Это, наверное, те, которые снимали. Чуть-чуть подросли. Смотри, какие стали. Мамаша вон у них там. А где папаня? Все свалил? Детей заделал? Он и на нету. На какой он тут работе? Клянчит хлеб у посетителей? Ну, она, видишь, она тонет сразу. Сейчас я буду пробовать. То, что тогда не хотела. Да. Давно я хотела его купить. Я вообще обожаю. Мое любимое пиво это Kew Gardens. Реклама почти. Пахнет. Заплатите за интеграцию. Вишней. Удивительно. Вкус вишневой косточки. Вот прям чистая вишневая косточка. Да. А ты что пьешь? Покажи там. Я пью лис с яблоком. Но он не очень вкусный. Вкусный лис с грушей. Вот так. Очень вкусно. Класс. Все, иду домой. Мы закончили сегодняшнюю прогулку. Оля поехала домой. Я иду домой. Вадик сегодня сдает ЕГЭ. Уже, наверное, сдал. Поэтому будем ждать результаты. Ну что, у нас легкий обед. Я сегодня кушаю гречку, салат. И тут у меня две собаки. В общем, все как всегда. Приятного мне аппетита. День подходит к концу. Что-то я устала сегодня. И по работе какие-то проблемы были. Джо тоже уже укладывается. Поэтому будем спать. Спокойной ночи. Че, Джо, будешь спать? Ну все, спокойной ночи, спи.